День донора уже стал традиционной акцией, в которой могут принять участие все неравнодушные и желающие помочь другому. Вот и в эти предпраздничные дни сотрудники образовательных учреждений нашего района решили пополнить банк крови. Педагоги сегодня отдают частичку души и тела для того, чтобы мы себя спокойно чувствовали. В каком плане спокойно? Ну, чтобы у нас были достаточные запасы в области для того, чтобы оказывать трансфузиологическую помощь. Особенно важно это в преддверии наступающих длительных праздников. Перед сдачей крови есть ряд основных правил, которые специалисты советуют внимательно изучить и выполнить. Тогда сама процедура пройдет легко и безболезненно. Накануне сдачи крови не переедать острую жирную пищу, орехи. Ну, понятно, что острая жирная пища, тяжелая, которая переваривается длительное время. Ужин должен быть полноценным, но легким. Новички, захотевшие принять участие в акции, признались, что волнуются, но чужой пример заразителен. Особенно, если этот самый пример касается донорских достижений. Ну, потому что они сдают. Вот уже многие идут просто на почетного донора. Поэтому вот я решила догонять их. Такие акции по сдаче крови важны и необходимы. Ежедневно тысячи больных людей нуждаются в донорской крови. Она является поистине незаменимой. Очень важно, чтобы донорская кровь была в наличии. Дай Бог, чтобы она не пригодилась. Но мы гордимся тем, что мы сделали все, чтобы подстраховать наш любимый Одинцовский район. Уже в новом 2017 году, 5 января, пройдет еще одна донорская акция, в которой смогут принять участие все неравнодушные, кто будет в хорошем состоянии духа и отличном настроении. Анна Пряхина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».